Царица, гоп, царица, гоп, царь, а гоп, царица, гоп, царица, гоп, ца-ца. Ой, радость моя, давай натирай паркеты не только. О, гопа! Ну давай, Мадонна, где ты? На станции одной обыкновенной сидел военный и пил нарзан. Сидел он с краю, всем напевая, и напевал он на царе, царва, цар, ту, цар, три, перш, ту, цар, шесть. Граждане, цар, храните деньги в избирательной кассе! Гоп, царица, цар! На станции одной вполне серьезно и грациозно вошла мадам. На! Поручик расстегнул свои шкалята, еще и деньги бросил ее на хам. И началось тут на царе, царва, цар, тусар, трипер, штусар, шишка с перцем прямо в сердце. Гоп, царица, ца. Поезд подошел к заветной цели, мы смотрим в щели, мадам уже нет. Поручик наш лежит неизможденный, с опухшей шишкой и без штиблет. И еще раз! Гоп, царица, шишка с перцем Миша, прямо в сердце, тебе. Гоп, царица, ца. Кто? Тормози. Кто-кто? Два никто и одна шикарная женщина. Мадам! Вот это здрасте. Бабсов. Бабасов. Допустим. Вась, привет. Или тут что-то не то, ли я что-то не понял? Не то, когда люди такое творят. Бабсов, кто творит? Кто вас обидел? Я всех порву, один останусь. Вась, что стряслось, ну? Мой пацан, а тебя? Какой пацан? Павел, сын. Сын? Монтана? Тебя или нет? Все возможно. Ты только не нервничай, Вас. Пусть картошки жарят. Родич. Ага. Давай, иди. Миш, это что, твоя бабушка? Иди. До свидания, дедушка. Где он, красавец? Там же и твои деньги были, Миша. Я ж тебе с каждой машины. Так? А этот? Я ж сказал, что он меня под раздачу подвел. Ты же сам сказал. Ты сказал, я сказал. Ты мне сказал, что он его сын? Да какая разница? Я знал, что вы с ним. Откуда? Я пришел, ты сказал. Какая разница, кто он? Да есть, есть разница. Монтана, ты что, не пробил? Кью. Вась, клянусь, если бы я знал... Где он? Он там как? Нормально. Ну, он там... Он... Да нормально он там, Вась. Ты, главное, не нервничай, лады? Поехали. Ну что стоишь, босяк? Одевайся. Нет никого. Что значит нет?
Вась. Погуляем ровно. Не кипишуем. Пацаны. Мама, я вас прошу, сидите в машине. Ты сейчас по какому? По-французски. С пластинки выучил. Талант. Анастас, ты сиди, сиди. Вот. Я и говорю, весело. И музыка есть. А Пугачёва можешь? Кто ж тебя такому научил, а, композитор? Так Михаил Борисовича напугать, что он, считай, сам все отдал. Так случайно получилось. Ага, случайно. Да не мог он такое сделать. Да что не мог? Я что не мог, я сказал, молчи. Я уверен. Или не так? Бать, ничего я не делал. Услышал, вообще предупредить хотел. От кого услышал? Неважно. Аргумент? Миша, да ты что? Он же такие бабки. А пусть докажет, что он не при делах. Да ты сначала сам докажи, что он это специально сделал. Докажи. Докажешь, я все продам. Слово даю. Да я до самой смерти буду пахать, чтобы вам эти 50 тысяч вернуть. Погоди, погоди. Сколько тысяч? 50, он сказал. Да эти там... 5 машин. Слышь, Чёска, а с чего их 5? Ты же сказал 3. Ты мне с 3 долю обещал. Миша, понимаешь, я сам думал, что их 3 будет. А получилось, что, ну, ты понимаешь. Да я понял, понял. Ты это, вези маму домой. Завтра заскочь, потолкуем. Бабасов. Ну, обошлось, и слава богу. Ну, иди, езжайте домой, ночь уже. Мам, пошли. Никуда я не пойду. С тобой не пойду. Из-за денег людей калечить. Из-за паршивых денег, которые сам украл. Дитё калечить. А Лилечка? Что, сыночек? Думаешь, уехала и не узнает? А ну как узнает? А? Бабушка. Оба вы поганцы. Я тебе еще сандалии латала. Знала бы, что будешь таким, так шилом бы проткнула, пока маленький. Горя на вас нет. Войны на вас нет. Бабасов. Мам! Мама, ну подожди! Вась, ты-то куда? Я сейчас подвезу, Вась. Пошел. Ну я ж не знал, Вась, ну без обид. Вась. Можешь мне выйти? Ну выйди. Не дождетесь. Головеда. Батя, я сейчас. Недолго. Сань!
Что, не спится? Паха! Живой? Ну, блин, наконец! Пашка! Здравствуйте. Довиделись уже. Дядя Вась, ну что, как там было-то? Как было? Бать, ну что там? Что тебе? А вас? Чтоб я тут больше не видел. Дядя Вась, а мы тут при чем? При том, шантропа. Спать пошел. Шантропа. Шантропа. Пах, завтра 4 репетируем. По Гринвичу. Гули, 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 гули. Басота. Ну, идите ко мне. Тьфу, зараза. Привет труженикам села. Толя, ты думаешь, оно поедет? Думаю, да. Трамплер делает, это поедет. Привет, Вася, я к тебе. Вася, я серьезно. Чарлик, давай! Вася, ну погоди, ну погоди, подожди. Смотри, гля. Толя. Ага. Саша, а ну дай. Куда дай? Руки помой, мазута. Откуда ты, а? Это ж романтик. Скажи, ну. А что же это с ним, а? Что? Что? Ван-то кто пооборвал, а? Так... И тут тоже все пооборвано. Вась, а что ты хочешь? Он плыл по морям на всех парусах, ну, поистрепался слегонца. А ну, пойдем. Сейчас начнется судоремонтный завод. Миш, сколько мы тут? Да сколько надо? Кури, кури, Чарли. Слышь, очкарь, подкури, да? Курю. Ну и не кури. Вот и не курю. Молодец! Слышь, отец, спички есть? Монтировка есть. Спасибо. На здоровье. Я извиняюсь. Можно подкурить? Вы что сегодня? День военно-морского флота? Да почему же? Да это я так. Ну вы прямо Авазовский. Ай, да вы не смотрите, это еще не закончено. Да не-не. Я и так вижу, что все по-честному. Цвета такие. И этот колорит. Знаете что? Что? Я бы вот тут вот чуть-чуть света дал. Для ощущения глубины. Да? А вы художник где-то учились? В училище Воровского. Майданно-вагонный факультет. Да шучу я. Просто так, чисто для себя изображаю. А я смотрю, вы понимаете в красоте. Ну, в живописи. Сейчас. Бечевка где-то была. Хорошая, капроновая. Лаванда. Это самое, что надо. Руки! Паш, вставай. Слышь? Чего, бать? Здрасте. Ну, здорово, бродяга. А ну. Вот же маму вашу целовать. Ничего, здоровее будет. Молчи лучше. Рентген пойдет. Надо посмотреть, что ему там переломали-то. Что, ничего не переломали, ну. Паш, глянь, а. Это ж романтик. Я вообще про него забыл. А вчера вспомнил, на горище полез, он стоит. Только в пыли весь, и это... Поломался маленько. Ты как вообще? Нормально. Это ж какой же паразит ты это все погрыз, а? Крысы? Ну, а кто я? Нет, я. У тебя всю жизнь руки не с того места растут. А помнишь,
Как я тебя в дворце пионеров ты гонял? Тут забудешь, ты мне все детство испоганил своими парусниками. Так это, мы же ее на соревнованиях готовили, в этих, ну как это? В САКах. В САКах? Там еще ребята с Херсонеса были отличные. С Херсона. Херсона. Паш. Они такую пригласили. Ты не встревал больше в такие дела, а? Необыкновенно. Нет, то, что Чуска вчера прокололся, что с машинами скрысятничал, так это... Да оно-то удачно. Слушай, если бы я знал, что ты Вася сын, я бы тебя и так в обиду не дал. Не встревай. Ты, ну не встреваю я. Кто ж тебя надоумил так его шугануть? Может, расскажешь? Спрашивай так, из интереса. Ну, не могу. Извините. Ясно. Партизан. Это Виноградова дочка? Балетница? Да, да. А это кто? Знакомая. Тоже ничего. Так, кто твоя? Пока не знаю. Обе. Ты силен, бродяга. Готов. Прям хоть сейчас запускает. Ну так давай. Что? Запустим. Где? Воды-то нету. Вась, мы шо, в Мордовии? Тебе шо, море не вода? Скажи. О. Пашка, давай. Вытягивай! Давай, вытягивай! Давай, батя! Давай! Давай! Красиво идет. Как настоящий прям. У тебя что, игрушечный? Вась, дай я. Что-то я не понял. Не фурычит что-то? А я что? Чарлик, а ну метнись с дельфином. Миш, я ж плавать не умею. Так и я. Пашка, давай за мной. Бать, да я плавки не взял. Что? Какие плавки? Да ну, Вас. Бать, подожди, да я сейчас. Бать, сейчас я меня. Бать, да сейчас, подожди, да сейчас я, бать, ну дай мне одеться. Подожди, подожди, подожди. Чувак! Давай, давай. Здорово. Угу. Миша здесь? Угу. Извините. Михаил Маркович звал. Обожди, на. Ты смотри, что делается, а? Парни, голову не морочь. Зачем? Ты побалуешься, хвостом вильнешь, до свидания. А он в какашку встрянет, он уже, считай, вляпался. Он же не из таких, как мы. Сама это не видишь? Он же как Вася, батя его. Не надо ему таких дел касаться. Я не знала, Михаил Маркович. Что ты не знал? Ну, я не знала, что вы с Василием Степановичем знакомы. Теперь знаешь? Знаю. Ну, а греку передашь, что с машинами он не прав. Вы с ним сами по себе, никто никогда ваших дел не касался. И я не касался. А с машинами хоть бы спросил. Я тезку прикормил, сбыт наладил. В этих тачках и моя доля. А вы с греком цоп и шо? Гуляй, Миша, жуй опилки? Ну, не знал грек. Простите. Чтоб грек и не знал. Ладно, я без претензий. Но передай греку, чтобы берега знал, зачем нам эти мансы. Виноградов, между прочим,
с дуру к Дульдеру за помощью ходил. А Дульдер такой, что расчешет до крови. Не расчешет. Это пока он про тебя с Пашкой не знает. Так что не крути парню бейсы. И тебе хорошо, и ему спокойнее. Да. Я все поняла. Там сейчас кино будет, это что-то, Рэмбо называется. Пятый раз смотрю, не хочешь? Не, в другой раз. Ты смотри, что творит, а? Вот сильная женщина, а? Где это вас так разукрасили? Не поверите, упал. Видно, с лестниц. Долго катились? Ага. Заходите. Руки на бедра, локти вперед. Сделать вдох, не дышать. Ну ты красавчик. Да ладно, ребра целы. Музыка на костях. В смысле? Раньше на таких снимках пластинки нарезали. Серьезно? Ну так а что, нормальных же не было? Одна шульженка. Вот умельцы нарезали, джаз там, всякое такое. Да вообще все, что хочешь. У моего бати до сих пор целый шкаф таких. Да? Нет, подожди, у тебя есть мой портрет? Теперь у меня твой будет, на память, там, где сердце. Вот именно, что на память. Меня из-за тебя уже третий раз отбудскали. Ой, Пашечка, бедненький. Давай еще что-нибудь замути. А потом, если кого отбудскать, так сразу ко мне. А я тебе еще один снимочек на память. Все, Паш, больше не буду. Аферистка конченая. Главное, тащиться от такой жизни, а? Ну а что, Паша? Классная жизнь, между прочим. Свобода, понимаешь? Ну, тем более, я же не тупо по карманам шарю. Да какая разница? Большая разница. Ты понимаешь, что я могу заставить человека сделать то, что мне нужно? Ну, это талант, понимаешь? Талант? Да, как-то так. Слушай, талант — это другое. Талант же разный бывает. Не только же свои песни орать. Еще и воровать. Слышишь? Что? Да вся твоя свобода, она чисто ради бабок. Ну да. Ну что, бабки, между прочим, тоже свобода. Понимаешь? Свобода и кайф. Я свободна. А ты, а? Так и я свободен. Что? Ты нифига не свободен. Я могу даже тебе это доказать. Хочешь? Давай. Ну вот, погнали. Куда? Куда? Куда-нибудь далеко, куда глаза глядят. А, поехали. А, в Ялту поехали, а? Что, прям сейчас? А что, вон мотоцикл есть сейчас. Да ты же не умеешь. Зато ты умеешь. Тебе что, слабо, а? Да при чем тут слабо? Ну, представь, мы с тобой вдвоем в Ялте. Что хотим, то и делаем. А? Едем? Нет, ты правда больная, а? Нет? Да или нет? А деньги? Деньги, мусор. Да подожди, я не могу, ну, хорош, слушай, я бы поехал, но... Так, короче, я не могу. Я была права? Ты не свободен. Ой, напекаешь, микромассивист! Руль держи! Мой сон еще похож на дом, которым можно жить, а можно и не верить. Но он проснулся бы вдвоем. И это знак того, что время уходит. Он идет к своей волчице. Он идет к своей волчице. Бежишь ты из-под тесных крыш, уже
бежишь от пустоты тишины, и значит, ты уже не спишь. Его шаги в твоем саду уже слышны. Тормози! Чего? Нам направо! Ялта налево! Ну так короче! Ты прикалываешься? Через Симферополь в Ялту! Я сказала направо, значит направо. Поехали! Это Ялта? Потерпи, Ялта будет. А это Романтик. Романтик. У нас в 5-м классе сюда еще на экскурсию таскали. Ой, ну что? Прикинь, моя Настя тогда вот сюда на самый верх залез. Да ладно? Да, обратно боится слазить. Из рук его тащит, а он орёт. Слушай, а ты меня бы спас? В смысле? Ну, представь себе, я такая принцесса. Сижу одна, в замке заточена, а ты такой на белом коне, типа рыцарь. Спасать меня приперся. По стене? Конечно, как положено. Что мне делать больше нефиг, а? Не, ну залезу я на стену. А принцесса тю-тю, а? По лесенке. Еще и коня сперла. Значит, турки обложили эту крепость по полной. А эта Просковея, она была ясновидящей. Колдунья, что ли? Нет, ну это как Ванга. Слышал? А. Вот. И она всегда знала, когда турки на штурм пойдут. И всегда предупреждала об опасности. Но в итоге они выиграли и ее схватили. И посадили вот в это как раз подземелье. Вот тут она и сидела. Прикинь? Вот фашисты. Да. Более того, жизнь ее висела на волоске, ее хотели казнить. И в день казни приходят, открывают дверь, а там никого. Сбежала? Я тебя умоляю, как отсюда можно сбежать? Ну куда она тогда делась? Растворилась. Хорош. Угу. Может, выпустил кто? Не-а. Подговорила стражников и... Ты б точно выкрутилась? Да? Эй! Алло! Слышь, хорош прикалываться! Лера! Блин. Вот она, свобода. И кайф.
баранки мне пошли. Стоп! Спасибо, дорогая. Здравствуйте. От 513-й, пожалуйста. Леночка, 36-й прими. Молодой человек с вами будет? Да, со мной. Ты что, номер заранее забронировал? Да, вроде того. Паспорт у него есть? Конечно. Дома он его забыл. Молодежь. Еще б голову забыли. Мерси. Двухместный, пожалуйста. О, Пашка, это люкс. Люкс для новобрачных. У нас с тобой целый медовый месяц. Ну, неделя. Все понятно. Я-то думал, свобода, кайф, погнали. Слушай, так есть хочется, просто караул. Давай в ресторан, а? В таком виде, что ли? Нет. Момент. Смотри, вроде с размером угадала. У тебя же 48-й, так? Откуда? Купила. Тебе. Нравится? Что, сюда приезжала уже? Ну, а что тут делов? Ракете туда, сюда и все. Зачем? Совсем дурак. Потому что мне с тобой кайфово. Ты выглядишь сегодня просто... Ты выглядишь сегодня просто восхитительно. Слегка заманчиво. Ты выглядишь сегодня просто восхитительно. Слегка заманчиво. Слегка воительно. Ну, здравствуй. Да уж, ты артист. Ты чего опоздала? Так получилось. Как доехали? С ветерком. А мальчик? Нормально, в ресторан идем. Пусть много не пьет. Он завтра в деле. Чего? Подожди. Ты же сказал, что он просто так, это, если что, для алиби. А я передумал. Надеюсь, ты не против? На буксире? Полундра! За стеной у меня жили работяги с буровой. Вот это было весело. Вы ведь не собираетесь по ночам петь по диким степям за Байкалом? О, нет, нет, обещаем. Здрасте. Здрасте. Знакомьтесь, наш сосед Марк Леонидович. Главный администратор Московской филармонии. Лерочка, ну... Что, это же правда. А это мой Паша. Между прочим, очень талантливый музыкант. В самом деле, очень приятно. А то, что вы молодожены, видно невооруженным глазом. Че это? Такой счастливый блеск в глазах бывает только в самом начале семейной жизни. Потом этот блеск, к сожалению, проходит, зато появляется... Что?
мудрость. Извините, у нас аншлаг, все занято. Вы шутите? Нас ждут. Марк Леонидович! Я прошу прощения. Прошу прощения. Позвольте. А я думал, мне придется скучать в компании моих коллег. Не пьют, понимаете, у них завтра концерт. Горячие сердца? Да. Виа горячие сердца. Знакомы с ним? Я? Это не я с ними знаком, это они со мной знакомы. Мечтаю, чтобы я их усыновил. Я прям не знаю. Пошли к столу. Пошли. Кайф. Коллеги, позвольте рекомендовать. Валерия, Павел, мои друзья. Павел, кстати, талантливый музыкант. А сейчас все музыканты. Три аккорда, три аккорда. Я тебе сыграю гордо. Ребята, присаживайтесь. Здравствуйте. Спасибо, Борька. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Стас, а вы зря шутите. Я вот возьму сего юношу в оборот, и через 3 месяца он будет у меня играть в концертной студии «Останки». Не верите? Вы табуретку раскрутите. Не ревнуйте. Вам я тоже займусь. Я вот Боре обещал. Да. Проведу гастроли «Смоки» и примусь за вас. «Смоки» приезжают? Да, везем пока можно. «Смоки», «Модерн Токен». Если все срастется, зимой ждите «Пинк Флойд». Молодежь, если пожелаете на концерт, милости прошу в Москву. Серьезно? Абсолютно. Может, все-таки... Ничего себе. Да, конечно, пожалуйста. Да, пожалуйста. И мне. Веня, я не понял. Не-не-не, не глотка. Стас, а что за... Боря. Веня, я не понимаю. Товарищи, это несерьезно. Завтра играть. Это очень ответственное мероприятие. Так что, пожалуйста. Ну, по рюмке-то можно вообще? Нет, Веня. Не нужно. Вот, Марк Леонидович, пожалуйста, а вы компотик. Ну, тогда мы пас. Да? Пас. Потому что солидарность прежде всего. Согласен. На чем ломаешь? Ударник. Коммунистического труда? На барабанах, барабанщик. Веня, смело растет. Пионер лагеря научился. Типа того. Ну, все, по номерам. Первый раз вижу среди музыкантов такую сознательность. Ага. Марк Леонидович, вы извините, мы не можем больше задерживаться. Венечка, поднимайся. У нас в 7 утра подъем, лысый подъем. Вот. Пока распакуемся, знаете, подключимся. Стасик, давай быстрее. Олежка. Вот, так что вы отдыхайте, пожалуйста, отдыхайте. У нас тут все оплачено. Да мы сейчас как в пионерском лагере. Отбой в 10, подъем в 7. Ну ладно, не заводись, слышь, Стасик. Дерзай, барабанщик. Ну не заводись, слышь, Стасик, подожди. Да ладно тебе. Боря! Удачи. Слушай, достал. Все, Стасик, я прошу тебя. Не устраивай скандал. Давай, Стасик. Старики уже. Пацанам расскажу. Они же когда-то самые крутые были. Да, ну, совок. Любовь к самому весна. Ну, че, пара вещей есть очень серьезно. Классика. Угу, ну да. Заказ в номер. Я не заказывал. От ваших поклонников. Ничего себе пельмешки.
монетки гладко, свои руки. Давай, все, еще лобан с меня. Да, вообще-то я поддавался, ничего. Что ты уходишь? Что? Мазила. Слушай, уговор дороже денег. Ребят. Ребят, доброе утро. Здрасте. Думал, уже не найду вас. Павел, настал ваш звездный час. Вы приняты в состав вокально-инструментального ансамбля «Горячие сердца». Чего? Представляете, прибегает Боря, их директор, весь в прединфарктном состоянии, Беню барабанщика не уберегли. Все-таки напился вдрызг каким-то фантастическим образом. Играть может только дробь, ручки дрожат. Вот я и предложил взять вас. Может, зря? Да нет. Наоборот. Вот, отлично. Своих надо выручать. А главное, денег заработаете. Пойдемте, пойдемте, у нас мало времени. Понимаете, это не свадьба. Это какой-то династический брак. Местный партогеноз женит своего сына. Девочка, кстати, ваша из Одессы, дочь второго секретаря. Они абонировали целый санаторий. Пойдем, а вы тоже поедете? Ну, вы что? Мне простому импресарио туда не попасть. Не хватит партийного стажа. А, значит, я здесь тоже остаюсь одна и буду тусоваться? Девочка, уверяю вас, красивые девушки на всех праздниках не чужие. Поехали, поехали. Быстрее. Здрасте. Здрасте. Дальше нельзя. Да я музыкант, меня позвали. Кто позвал? Товарищ милиционер, мы из «Горячих сердец». Они там выступают. Так они выступают, а вы при чем? Да я барабанщик их. А это… Вторая вокалистка. Это ко мне! Товарищ, это ко мне! Все согласовано. Проезжайте быстрее. Проезжайте. Вот сюда. Если бы не Марк Леонидович, все, я труп. Быстрее. Это со мной. И, как говорится, чтобы прошли по жизни рука об руку. Дорогие товарищи, разрешите Доте подарить наш с мамой скромный подарок. Танька такая счастливая, да? Она сказала, что этот цацка 100 тысяч стоит. Да ладно. Неплохо. Каждый жест, каждый взгляд твой в душе сберегу, твой голос.
невесело тут. А можно на минуточку? Пожалуйста. Ночью я кричу, а то я кричу, если снится, что меня не любишь ты. Начинается свадебная дискотека, сегодня светит для тебя, пока не засыпает самое горячее сердце. Случит меня нет никогда, я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. А ты кто? Кто? Извини, синий. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя я не люблю. Давай. В ритме буги. То сейчас Боря прибежит. Ну да. Как всегда. Угу. Товарищи, это не серьезно. Слушай, а ты вообще кто? Я Света. Не, я имею в виду, ты чья родственница, моя или Андрюхина? Ну, здрасте. Я дочка тети Симы. А это которая из Николаева? Нет, это которая из Киева. Ну, тетя Сима. Дядя Лешин, двоюродного брата, младшая сестра. А дядя Леша это кто? Танька, ты че? Дядя Леша это твой папа. Держи. Мне вообще Фил Коллинз больше нравится. Я и стараюсь, как он. Не, ну как он, вот вряд ли. Не то, что как он, но мы просто как Genesis. Я на барабанах и вокал. Не, вы поняли? Они как Genesis. Борзота. А песни-то хоть свои? Я пробую. А я вам потом покажу, если можно. Ну, давай. Что это такое? Товарищи, это несерьезно. Танюша, Танюшка, ты в порядке? Можно вас? На минутку. Проходи, Танюша. Благодарю, 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 благодарю. Проходите, осторожней, проходите. Вы простите... Светлана. Светлана, Светочка. Тут такое дело, понимаете... Хочу вас спросить, но как-то неудобно. А что, Алексей Григорьевич? Сейчас будет танец. Так вы пригласите, пожалуйста, одного человека. Кого? Разрешите вас пригласить? До звезд далеко, но космоса множество. Меня Светлана зовут. Очень приятно. А у меня для вас предложение, Светлана. Серьезно? Ну, я вообще человек серьезный. Как вы смотрите на то, чтобы отсюда уехать? Зачем? Для того, чтобы провести время в более комфортной обстановке. Тут недалеко есть объект закрытый, что-то вроде дачи. Прекрасно оборудованный, свой пляж, у самого моря, катер на подводных крыльях. Товарищ Афанасий. Вы знаете, сейчас такое время, когда молодому человеку, вступающему в жизнь, нужно сделать правильный выбор. Особенно девушке. Я согласна.
Я рад, что не ошибся.